Крупнейшая партия наркотического средства изъята сотрудниками УКОН МВД. Задержана группа лиц, преступная деятельность которых была направлена на сбыт сильнодействующего наркотика в Абхазии. В ходе реализации оперативной информации были задержаны граждане Российской Федерации с крупной партией наркотиков. Данные граждане на протяжении длительного периода занимались ввозом и сбытом на территории Республики Абхазии синтетических наркотиков метадон. Задержание подозреваемых проведено на посту ГАИ, когда сотрудники УКОН МВД совместно с уголовным розыском Гудаутского райотдела остановили автомобиль с российскими госномерными знаками 48-го региона. Водитель автомобиля – житель Липецкой области Киселев Сергей Владимирович, 1982 года рождения, был доставлен в служебный кабинет УКОН МВД для личного досмотра. Гражданин не отрицал факт наличия при себе наркотического средства, а также подтвердил цель хранения такового. 87 свертков. Поясните нам, пожалуйста, для чего вам нужны эти свертки? Для реализации. В каком виде? В виде закладок. В общей сложности в хранимом у мужчины чулке содержалось более 91 грамма расфасованного целлофановые свертки вещества. Как впоследствии установлено в экспертно-криминалистическом центре МВД наркотического средства метадон. Личному досмотру была подвергнута и спутница гражданина Киселева, жительница города Люберцы Московской области Дубровина Роза Егоровна, 1984 года рождения. Женщина призналась, что имеет при себе запрещенное вещество и свою часть хранимых свертков выдала добровольно. Всего у гражданки Дубровиной изъято 70 готовых к реализации расфасовок в черные и белые полиэтиленовые пакетики аналогичного вещества. Масса наркотического средства метадон в которых составила 78,260 грамм. Также у обоих задержанных были изъяты сотовые телефоны и множество пластиковых банковских карт. При осмотре транспортного средства, на котором передвигались по Абхазии граждане Киселёва и Дубровина, сотрудниками УКОН в салоне под бардачком обнаружен тайник. Граждане Киселёва. Обратите внимание, пожалуйста. Что там внутри? Свертки. Разложив на обозрение участникам процесса содержимое данного мешка, сотрудники милиции пересчитали все свертки, аналогично упакованные в черные и белые целлофановые обмотки, в общей сложности 141 сверток. Экспертами же установлено, что в этих расфасовках содержалось около 159 грамм наркотического средства метадон. Аналогичное вещество. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в отношении граждан Киселёва и Дубровиной установлено, что последние ранее совершили тайные закладки. Наркокоммерсанты, прибыв в Абхазию, разместились в одном из отелей города Сухом и приступили к реализации своего преступного умысла, разложив некоторую часть смертоносного товара. Закладки делались вдоль проселочных дорог в Гулырыбском районе. Мы находимся в селе Бабушара Гулырыбского района. Гражданин Киселёв указал на железный столб, который расположен примерно в одном метре от проселочной дороги. Граждане понятые, обратите внимание, в земле мы обнаруживаем полиэтиленовый сверток черного цвета. Внутри данного полиэтиленового свертка черного цвета находился полиэтиленовый пакет светлого цвета, внутри которого... Примерно на одной территории, около 400 метров от съезда с проселочной дороги, гражданин Киселев разложил в тайные места под строительными блоками, балками, столбами, у трансформаторной будки и труб свертки с аналогичным наркотическим средством. Общая масса метадона, изъятая сотрудниками УКОН МВД при осмотре данных участков местности, составила более 27,5 грамм. При участии гражданки Дубровиной, также в присутствии граждан, приглашенных в качестве понятых, вдоль проселочной дороги сотрудниками УКОН было обнаружено еще 6 мест тайных закладок, из которых изъято более 7 грамм наркотического средства метадон. При вскрытии обнаружено, что внутри полиэтиленового пакета обнаружен вещество белого цвета. У задержанных было изъято наркотическое вещество свыше 360 грамм, что на данный момент является рекордным весом изъятого из незаконного оборота наркотиков на территории Республики Абхазия.
Деяния, совершенные вышеназванными гражданами, подпадают под категорию особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, преступления, совершенного против здоровья населения и общественной нравственности. Последним вменяется незаконное приобретение, перевозка, хранение с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Тактика оперативных разработок сотрудников наркоконтроля МВД Абхазии направлена на выявление и задержание преступных элементов с поличным. Из незаконного оборота изымаются наркотические средства на десятки миллионов рублей. Кроме того, нами установлены все лица данного преступного сообщества так называемым семейным бизнесом, управлением которым они занимаются с территории Российской Федерации, в частности, город Москва. В отношении организатора данного наркоканала, личность которого нами уже установлена, совместно с коллегами, деятельность которой мы будем пресекать уже на территории Российской Федерации. Правосудие Республики Абхазия предусматривает уголовную ответственность за подобного рода преступления в виде длительного срока лишения свободы вплоть до пожизненного заключения. Граждане Киселёв и Дубровина содержатся под стражей. Расследование проводит следственный отдел УВД по городу Сухум.